Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян, со мной Мирончик. Мои уже убежали туда, я вас приглашаю в новый классный выпуск. Как вы поняли по первым кадрам, мы приехали в Анапу. Будет интересный выпуск, хотя бы потому, что, во-первых, мы здесь не были уже 10 месяцев. Правильно, Мирончик говорит. Мы здесь не были ни разу с Мироном, а еще мы никогда здесь не были в межсезонье. Все посмотрим. Все вам покажем, посмотрим, как Анапа подготовилась к сезону. Сейчас у нас май, здесь тепло, я в шортиках. Ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. Здесь сразу классный сосновый сквер Гудовича. Здесь такая небольшая есть площадь. И сразу легендарные анапские часы, сделаны как клумбы. И, между прочим, они рабочие и показывают правильное время. Мы долго ехали, сейчас сначала хотим решить вопрос с туалетом, с едой и пойдем гулять. И еще, конечно, хочется сказать, что мы путешествовали по Анапе много и открыли очень интересных мест. Все эти места мы упаковали в наш авторский гайд. И в этой поездке мы еще много что откроем, много что посмотрим и также все это дело туда упакуем. Наш гайд по Анапе можете приобретать, написать либо мне, либо Насеньке в личные сообщения в соцсети, и мы вам его отправим. Нас сегодня интересует пляж, сама набережная, собственно, самая туристическая зона. Правильно Настя чихнула. Здесь такая арка, такие интереснейшие ворота. Так, и здесь, в принципе, если приедете, да, можно будет остановиться и почитать военную историю России, конкретно в Анапе. Установлен здесь купол, видимо, что там проходит. Сейчас, может, подойдем, посмотрим. Электроавтомобили, все по классике. Кифисиха работает. Работает? Вон там люди же ходят на сцены. Вот, шаурма, гира, бургер, хот-доги. Будете здесь, обязательно попробуйте гира. Так, какое-то событие здесь. Для детей что-то там рисуют. Так, открытие курортного сезона Анапа 22. Слушайте, ну мы, в общем, четко попали. Открытие курорта. Вот так вот. Нам нужно идти сейчас прямо. Там находится как раз набережная и море. Здесь детская площадка. И наша детвора, естественно, сразу убежала. И сразу хочется обратить внимание на то, что здесь много людей. Несмотря на то, что час дня. Несмотря на то, что будний день, людей много. То есть отдыхающие уже поехали. Здесь, кстати, тоже очень классная детская площадка. Вот эта. Она находится в теньке. Единственное, что горка находится на солнышке. Но летом здесь гулять очень классно. Мы сами проверяли. Собственно, были-то здесь только и летом. В этом году в Анапе установлено много интересных всяких лавочек, скульптур. Поэтому мы очень хотим сегодня все посмотреть. И вот первое нам попалось. Тут кофейни есть, кофе и фреш-бар. Когда нет моря снаружи, всегда есть море внутри. И Настя, конечно, говорит, сфотографируй. Как в том ролике, сфотографируй. Здесь перед набережной стоят русские ворота и остатки стен крепости 1781 года. Представляете, постройка начинается. Деревья, вот там вот уже море, вот она прям набережная, где бело-синяя крыша. Почти дошли, сейчас будем любоваться новшествами, которые подготовила Анапа для сезона 2022. Кстати, то мероприятие, я почитал, это открытие курортного сезона Анапа 2022. А, да. Кстати, походу, сегодня открытие, может быть? В Геленджике я прочитала, что открытие мероприятия все начнутся 4 июня только. О. То есть мы уже уедем. И до какого-то числа там будут всякие мероприятия. Ну, до конца сезона. Нет, в честь открытия сезона там до 19-го, что ли. Ну, с 4-го до 19-го, ага. Пару недель, короче. Так. Едет машина. Смотрите, я уже вижу море, на самом деле. Вот оно виднеется сегодня в Анапе. Волна. Здесь много песка. Не знаю, доберемся мы сегодня до галечных пляжей или нет. А вообще, на самом деле, вот у нас в гайде прописано много пляжей галечные. Мелкая, крупкая, дикая, дикие места. В общем, Анапа открывается по-разному. В гайде мы это все сделали. Так что приобретайте и путешествуйте. Да-да. И вот она, набережная. Красотища! Сейчас пойдем на ту сторону сначала, а потом будем углубляться вот сюда, вот на центральную. Смотрите, как красиво, какие здесь сделали высадки. Установили
корабль, различные скульптуры. Ой, какая красотища! Анапа, Анапа! Первый раз мы здесь были в 17-м году, по-моему. Привет, привет! В 17-м году и отдыхали в Джимите. Ай, красотища! Клумбочки, цветочки, елочки. Там Настенька, мальчишечки. Смотрите, какая красота. Так, там у нас порт. Цвет моря сегодня интересный. Три цвета. Вон аж издалека начинаются барашки, потому что сегодня ветер. Здесь мы ничего толком не увидим. Смотрите, какие волны затяжные. Вон они, центральные пляжи. А вон те скульптуры, до которых я хочу дойти, находятся вот тут. Собственно, сейчас туда и пойдем. Так, здесь черный бинокль. Сейчас посмотрим, бесплатный он или не бесплатный. Черные бинокли в Геленджике бесплатные. А здесь платный. Стоит 10 рублей. Поэтому с бинокля я вам сегодня ничего не покажу. Так, а мальчишки наши уже убежали вот в этот корабль. Алые паруса называется, бесплатненький, и детвора там играет. Сразу можете писать комментарии, кто любит отдыхать в Анапе, делиться своими впечатлениями, конечно же, в комментариях. А мы будем углубляться туда, где издаются уже звуки из микрофона, из колонок. Видимо, там что-то происходит, сейчас все будем смотреть. Колесо обозрения. Мы спустились. Вино и море. Вот такой вот ресторан. Вот отсюда начинается набережная, и туда будет идти. Мы немножко здесь пройдемся. Где? А, смотрите, вот шашлык 75 рублей за 100 грамм. Вот у них есть здесь из колонку, микрофоны это объявляют. О, какая красота. Сейчас, наверное, здесь что-нибудь покушаем, может быть, чуть-чуть попозже. Красотища. А где наши дети? Палаточки все работают. Смотрите, на пляжах еще идет реконструкция, но сделаны уже красивые вот эти бело-голубенькие навесы. Море сегодня штормит, а на пляже лебеди. Так, мы сейчас как-нибудь на пляж пройдем, посмотрите, сколько лебедей. Ничего себе, смотри, сколько лебедей, да? Смотрите, какая красота! Красота! Вон, мальчишки тоже лебедей увидели, говорит, пошли скорее смотреть лебедей. Песчаный пляж, да, летом здесь вообще люди просто стоят, а сейчас вот такая вот красота. Так, мальчишки пошли к лебедям. Да, как всегда, здесь пахнет водорослями, когда сильно штормит море. Вот они, лебеди, вот она вся грязь. Артем, иди с мусора, пожалуйста. И, конечно, очень сильно неприятная картина. Маленький дельфиненок выбросился. Просто жесть, но уже подъеденный. Вот они, лебеди. Не знаю, откуда приплыли лебеди, но сразу, видите, людей стало гораздо больше. Все пришли их быстренько фотографировать. Песочек классный, вот они навесики, поближе вам покажу. Так, все, мы, значит, выбрали это же заведение. 8 картошек. Смотрите, как красота. Да, 8. 75 рублей у ребят шашлычок. Свинина сколько, крючков? Так, вот что у нас получилось. Настенька напуганными глазами, как всегда, набрала. Вышло почти на 2 килограмма, и по цене это 1690. На самом деле, такой немножко анапский разводняк. Почему? Потому что у них идет 75 за 100 грамм, и неважно что. То есть они сюда накидывают салат, лепешки, тарелка, картошка, все это весит, получается, за 2 килограмма. Конечно, это много, мы это все не съедим, возьмем с собой. Еще на ужин, наверное, останется. А еще даже в Анапе мы встретили наших подписчиков. Вот тут ребята сидят за соседним столом, к нам подошли, говорят: о, как приятно вас видеть в Анапе, там туда-сюда, смотрим. Короче, здорово. Поели, но, как говорится, да, честный отзыв обязательно должен быть. Если будете есть в этой кафешке, то знаете, что 75 рублей, если у них эта же цена будет, за все, не только за шашлык, а за все. То есть за лук, вот этот полкилограмма лука, там, за хлеб, за тарелки одноразовые, за все считается. И, я не знаю, вот ребра я взял. Ну, там много. Один жир, на самом деле. Ну, да. Получается, заплатили как бы ни за что.
Удовольствие такого прям. Ну, удовольствие, да, не получили, да. А цены подофигели. Вкусно. Картошка очень вкусная. Картошка, да, вкусная. Мясо, в принципе, тоже вкусное, но невозможно насладиться, когда тебе на входе вот так вот такую цену объявляют, 1700 просто. Ну, да. Вообще, ты остаешься еще как бы не совсем-то сытый. Ну, как сытый, просто есть кафе, вот 1700 можно заказать. Еще залаты какие-то, еще десерт, возможно, даже бы хватило в столовой, даже хороший какой-то, ну, да, как-то можно, да, было пообедать. Да. Но просто захотели шашлыка и как-то, не тот эффект. В общем, получили. Наша задача вас всегда предупредить о каких-то вот таких вот моментах. Если а вы ими пользуетесь. Если вы видите выгодную дешевую цену, то уточняйте лучше, за что идет конкретно, за какую граммовку вы должны считать. А теперь кадры из дома. Мы с собой забрали вот лаваш этот, значит, вот и с луком, да, то, что они ложат. Вот смотрите, 0 грамм, ставим на весы. 163 грамма просто лаваш. У нас было таких две тарелки. Три тарелки у нас было? Три. Итого получается 600 грамм мы просто отдали за лук и за лаваш. А здесь посмотрите, какую красоту пооткрывали. Вот так вот. Вино, значит, здесь можно семейное, винодельное, Литовщуков. Вот. А здесь Шато Тамань. Здесь такая вот, смотрите, улочка. Ой, красивый. А, винный фестиваль, точно. Здесь, кстати, есть также хэштег «Зимуй в Анапе 2022». А мы, да, мы давайте пройдем сейчас, посмотрим, что там есть. Заведение «Ласковый берег» 1. Так, и вот они пошли в палаточки. Сейчас посмотрим возле каждой палаточки, что там. Вот оно, колесо обозрения, большой парк аттракционов. И, собственно, вот они, все палаточки по левую и правую руку. Здесь огромнейшее количество. Вот, например, вон та палаточка, это Мысхака. Следующая палаточка, так, не достреливает у меня глаз. А вот это, например, палаточка, это Абрау-Дюрсо. Справа аквапарк и куча еще детских всяких развлечений. Вот Формула-1 установлен, Фервино. Вот, наверное, я правильно почитал. А вот здесь вот возле Абрау-Дюрсо красивая фотолокация вот с этим вот маленьким таким автобусом, типа Citroën, да, наверное, это. Вот, красотища. А еще здесь, на самом деле, можно дегустировать все эти вины. Я смотрю, это ходят с маленькими такими тюбиками. Вот если я был бы не за рулем, я бы просто здесь бы, наверное, надегустировался на все прямые эфиры вперед. Вот эти люди с маленькими такими этими встают, вот им прям наливают. Красота! Ну просто рай для любителей бухануть. Для любителей вина. А, окей, для любителей вина. Ну как же здесь красиво. Вот прям вообще великолепно. Настолько приятно здесь находиться. Если бы еще шашлыком не лоханулись, если бы еще не этот мертвый дельфин, грязный пляж, то вообще было прям муа. Но посмотрим, как будет дальше. Но здесь, ребятки, вот просто обязательно приедьте сюда погуляйте, пока здесь этот фестиваль проходит, подегустируйте как следует. Мирончик у нас вот так вот решил вообще ездить в коляске в последнее время, вот так и ездить. Когда не спит, да. Красота. Раз фонтан, два фонтан, три фонтан, четыре фонтан, там большой фонтан, церквушечка стоит. Красиво, очень все убрано. И гляньте, какой вон там вот вид на морюшко. Красота! Какой вид на Настеньку! То шаурму, то шашлык с лавашом. Ничего, потренируюсь по своей новой программе. Скоро лето, Настенька, лето. А я немного съела, там вообще фигня. Кто будет в Анапе, я вам вот так вот сейчас прикреплю программу. Ставьте на паузу и изучайте, что здесь проходит и какого числа. Ооо, смотрите, какой драйв там на аттракционах происходит. Пацаны кричат, мы туда хотим, я говорю, вам не пустят. А здесь гляньте, какая красивая арка, она светится вечером. Обязательно ее посетите вечерочком. Смотрите, какая красота. Очень красиво здесь, атмосферно, вот прям чувствуется приближение сезона. Ну, слушайте, вот эту, конечно, арку очень хочется посмотреть вечером. Немножко прогулялись по другим улицам, посмотрели. А здесь вот уже идем к морю, и вот видите, очень-очень много всяких туристических палаток открыто, причем справа-слева. Ждут, все ждут
гостей курорта, чтобы ваш отдых был такой вот весь в таких ярких-ярких красках. Здесь, кстати, есть большой аквапарк, но он сейчас не работает. А мы с вами дошли до тех скульптур, на которые я очень сильно хотел попасть. Поэтому пойдемте смотреть. Та-та-ра-та-та! Арочку сейчас еще делают, видите, красят. Набережную ходит направо, набережную ходит налево. Вот она, очень красивая. Архитектурно, классно, дизайнерско сделанная надпись «Пляж». Вот вроде смотришь, металлическая конструкция, когда вот так вот отходишь и смотришь под углом, то это вот как в виде лавочек, видит такая чилаут-зона. Ну красиво же, согласны со мной? Где такое есть? Да нигде такого нету. Там вина стоят, сыры, винограды. Пойдемте поближе. Ну что, погнали. Вот, посмотрите, какая интереснейшая инсталляция. Гай Кодзор, винная деревня, Галицкий, усадьба. Смотрите, какую красоту здесь установили. Лавочки, качельки, детская площадка, все свеженькое. Везде эти покрытия, видите, чтобы на колясочках можно было спокойно передвигаться. Вечером здесь все светится. Стиль жизни, виндсерфинг. Вот такая вот фотолокация. Гляньте, какая классная. Хочу себе здесь фотографию. Сцена Body Pit, федеральная сеть магазинов спортивного питания. Видимо, какой-то здесь турнир проходит. Вот такая вот сценка. И вот они, классные надписи. Летуй в Анапе, стеклянное море. Какова красота. Зоны, кто-то загорается. Ветер, конечно, сильный сегодня. Песочек. Да, за это, конечно, я очень люблю Анапу. Но это классно сделали. Здесь стояла раньше надпись «Зимуй в Анапе», теперь «Летуй в Анапе». Красота, ребятки! Фу! Анапа! Какой шторм! Вот они, качель, как бы туда забраться на них. Можно просто с краешку сфотографироваться. Но волна сегодня сильная. Купаться в такие волны никогда нельзя, потому что здесь очень много отбратных течений, отбойных течений, тягунов их еще называют. И, конечно, очень много случаев в Анапе, когда люди погибают. Поэтому будьте внимательны. Купаться не будем, но на качельке надо обязательно прокатиться. Ой, мне кажется, сейчас и кофту мне здесь накроет. Ёпсель-мопсель! Получается раскачиваться, я не знаю почему, то ли ветер, то ли чё, но поэтому как-то так. Конечно, классное местечко, единственное, что теперь делать с ботинками и как теперь сушить ноги, так, чтобы снова вернуться в свои кроссовки, непонятно. Я прошел чуть дальше по пляжу, пока дети на детской площадке набегают, Настя пытается Мирончик уложить. Посмотрите, как прикольно сделаны душевые кабины и туалеты. Все в таких очень приятных цветах. Вот все прям однообразненько. Видите, все вон те переодевалки тоже белый такой голубой цвет. Здесь ресторанчик какой-то, у них барная стойка тоже в таких цветах. Здесь уже навесы вон поломанные, не знаю почему. Может быть, из-за сильного ветра. Сейчас чуть позже прогуляемся вот на вот этот мост, в самый туда конец-начало. Какие навесики. Чуть повыше человек, и все будет день-день-день-день. Да. Не знаю, почему они такие маленькие.
Вот здесь вот вообще я прям в упор уже стою. Видите как? Да, прекрасно. Мы здесь вышли, значит, с пляжа. Мирончик у нас спать не хочет. И попали вот в такое вот, смотрите, местечко такая туристическая лево, где слева, справа можно оставить куча денюшек. Чё только нет, вон от красной нитки, заканчивая дубленками какие-нибудь, шубами, мехами. Да, но классно. Яркие краски, это, конечно, очень здорово. А здесь сделали такую инсталляцию. Видно, что из фанеры, но в целом красиво, как вот парк юрского периода, по-моему. Мир юрского периода сделан вот с такими же, такой же типа забор. И вот он и называется, видите, «Затерянный мир». Таблички «Опасно, живые динозавры». Также и по-английски написано. Это все вот здесь пляж. Пляж у причала называется. Он же и центральный, на самом деле. Все это относится к центру. Многие там звуки издаются. Это значит, пляж называется Лагуна. Здесь какая-то река впадает в море. Сейчас пока везде таблички «Купаться запрещено» стоят. И хочу вам показать, что здесь еще такая одна инсталляция, так уже металлическая. Написано «Анапа». Горка, турник, еще что-то, качельки и еще одна горка. Здесь есть Анапа парк джунгли. Слушайте, гляньте, какие здесь большие американские горки. С петлей. Я не знаю, мне даже кажется, что в Сочи парке меньше. А, причем ты, короче, ты сидишь как бы не в поезде, а сидишь вот в таких вот стульях, и они как бы кверху подвешены. Прикольно. Но здесь вот что-то тихо как-то, никто пока не катается. Смотрите, на какую красивую мы улицу попали. Называется улица Терская. Запоминайте, здесь вот такие красивые деревья. Какого-то необычного красно-бордового цвета. Висит гирлянда, и, конечно, вечернее время вот эта улица превращается в необычную красоту. Причем, если вот туда смотреть вдаль, конца и края нету. Мы продолжаем прогулку вот по улице. Вот там вот, получается, эти палатки с дегустацией вина. А здесь начинается арт-авеню. Мастера ручной работы, ремесленники, арт-объекты, мастер-классы, творческие мероприятия. Вот так вот это все выглядит. Здесь из дерева, смотрите, сделана красивая такая надпись «Анапа», рыбки, дельфинчики. Много что пока закрыто. Видимо, я так думаю, что когда выходной, то обязательно начинает все работать. Ну, очень красиво сделано. Вообще, Анапу в этом году украсили. Ну, я не знаю, никто со мной точно не поспорит. Очень и очень круто. Стали следить за Анапой. Молодцы. И я точно знаю, что по нашему примеру многие ребята перебрались на юг зимовать. Как говорится, у кого не хватало на Сочи, те выбрали Анапу. Мы, например, тоже вот в Геленджик поехали. Так что выбор всегда есть. А дельфины вообще классные. Они из палок. Здесь написаны, кто откуда, какие-то приветы передают. И вот самое интересное здесь, вот такая вот палочка «Привет из Читы». Здесь ребятки усаживают клумбочки цветочками. Здесь есть еще одни объекты. Вот надпись «Сказка». А здесь такая аллея вот таких вот лампочек. Естественно, вечером это все очень красиво светится. Обязательно тоже эти локации добавим в гайд, потому что когда мы здесь были в том году, этого ничего не было. И смотрите, какая красивая надпись. Art Avenue. Вообще молодцы. Гляньте, какая красота.
Ой, слушайте, вот я всегда говорю, что в каждом месте нужно обязательно побывать в каждое время года, и обязательно нужно побывать еще в разное время суток. Днем это одно, а вечером, когда вот это вот все подсвечивается, совершенно другие эмоции. Вот, смотрите, какая красотища, да. Анапа здоровская стала. Я вот вообще не понимаю, почему Анапа стала таким классным городком. Вообще здесь все так красиво все сделано, настолько проработаны все, весь дизайн кафешек, что просто глаз радуется. У меня такое ощущение, что, знаете, типа, местная администрация, она так посмотрела, так-так-так, люди едут в Сочи зимовать, почему к нам никто не едет? Давайте город улучшать. И начали улучшать. И здесь, ну, по крайней мере, тут вот в центре такую красоту сделали, что я вот прям каждому рекомендую приехать и здесь, ну, хотя бы провести хотя бы один денечек. Мы решили дойти до маяка и пойдем как раз по скверу. Сейчас я вам тоже его покажу. Сквер имени Гудовича, я вам уже говорил, как он называется. И вот здесь вот, видите, вот так вот гирляндочки. Вечером здесь очень и очень красиво. Дальше установлено сердце. Сейчас тоже подойдем. Лавочки уже не нужно ему так делать. Сыночек, зачем? Ему в носик залетит. Лавочки подготовили к сезону. Видите, висят таблички окрашены. Надо сейчас следить, чтобы дети не сели на них. И там уже включили фонтан. Ну вот здесь прям в сквере такая площадь любви. Вот сердечко, тут такие лавочки, качельки. Ну, красиво. И все это подсвечивается в вечернее время. Мы почти дошли. Впереди нас ждет с вами высокий берег. И посмотрите, какая красота. Значит, здесь стоит маленькая миниатюра как раз этого маяка. Гляньте, какая красотища. И отсюда начинается очень красивая набережная. Вот, собственно, сам маяк-то. Видите? Ой, ветер, конечно, очень сильный. Вот эти вот лампочки в виде карандаков, они подсвечиваются. Вот он, высокий берег. Вон там вот. Это Супсех. И вот так можно начать гулять по набережной. Вот если бы не ветерок, было бы вообще великолепно. Ай, маяк красавчик вообще. Маяк, говорю, вообще красавец. Сдувает, просто сдувает. Вышли мы на набережную, такой сильный ветер, что просто начало задувать и продувать как будто бы насквозь. Решили просто дальше не идти, на этом выпуске прогулку по Анапе завершить. Про гайд, надеюсь, вы не забыли. Пишите нам все, что сегодня новенькое мы открыли для себя. Конечно, мы вынесем это все в гайд. Ссылочку, как приобрести, я оставлю в описании под этим видеороликом. Мы с вами прощаемся, увидимся с вами завтра в новом видео. Пока!